Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и мы несемся по Буэнос-Айресу. Не поверите, на чем? Конечно же, на нашем двухколесном друге. Вот, и хотелось бы немножко поговорить с вами о крипторынке. Да, крипторынке и вообще в целом, что происходит сейчас на всех рынках, не только на крипторынке. Поэтому давайте-ка объедем этих чувачков и поедем по тротуару. Чем я люблю велосипед? Тем, что можно беспределить как хочешь вообще. Ты не пешеход и не автомобилист, а серфишь где-то между них. Не такой тормознутый, как пешеход, но и не такой... Не такой стоящий в пробках, как автомобилист. Ладно. Еще хотел сказать по поводу вчера. Кто видел видос, где мы плыли на лодке, там за нами плыли чуваки на... Руками, короче, гребли. Это, конечно, я неверно сравнил с депозитами. Там все было просто. Это были копи-трейдеры, ребят. Если вы не видели вчерашнее видео, посмотрите обязательно. Вот те чуваки, которые гребут за нами, это просто копи-трейдеры, ребят. Потому что не бывает копи-трейдинга. Он не работает. То есть он бывает, конечно, но он не работает. Я вам много раз об этом говорю. Мне когда пишут грини, я тоже хочу... О, смотрите, какие прикольные собачки. Это у людей не так много собак. Это вот эта девушка, она является собака-выгульщиком, как правильно сказать. Короче, она работает. Head southeast on Avenida Luis Maria Campos toward Biray del Pino. Ее профессия заключается в том, что она работает... Turn left onto Biray del Pino, then turn right onto Avenida del Libertador. Короче, что она выгуливает собак. Так, куда-то мне сказали повернуть, но я с вами разговариваю, ничего не слышу. Поэтому эти чуваки, ребят, которые гребли, вы поняли, это всего лишь копи-трейдеры. Потому что вот меня спрашивают: Гриня, мы хотим копировать твои сделки и так далее. Чуваки, это все полный бред, потому что, ну, направо, да, она говорит повернуть. Пожалуйста, копируйте мои сделки, только толку-то, у вас свои плечи. У нас с вами разные плечи, разный риск менеджмент. Head southeast on Avenida Luis Maria Campos toward Biray Loreto. Ага. In 300 meters, turn right onto Teodoro Garcia. 300 метров направо. Да, и сейчас я, может, выключу. Да ладно, прикольно. Вот, Сальская улица зеленая. Вот, и у вас разные плечи, разная точка входа, разный размер депозита, разный подход к усреднению, разный подход к забору прибыли. Я вот, например, постоянно забираю прибыль, постоянно догружаюсь. Вы это делаете? Толку от того, что я это пишу в телеге, у вас у всех свой должен быть стиль. Нельзя как кто-то торговать, ребят. Вот мой любимый пианист Кит Джаред однажды сказал на какой-то тусовке Jazz Masters, там все пришли такие важные, типа, мастера. Он сказал: вы знаете, ребят, во-первых... Какие мы нахрен мастера? Ну, какие реально мастера? Джаз это, ну, выше, чем, это же не математика. Вот, какие мы мастера, он сказал. Так, дисклеймер, на красный свет не надо ездить, поняли? Вот, а во-вторых, он сказал: чуваки, вы все мои ученики, говорят, хотят играть, как я на пианино. Говорят: Кит, мы хотим играть, как ты. Он говорит: не надо так делать, вы что, прикалываетесь, что ли? Играть нужно, как вы. Нормальный такой-то нойзик. Короче, играть нужно, как вы сами. Если вы будете играть как кто-то или трейдить как кто-то, вы ни хрена успехов не добьетесь в жизни. О, зеленая велосипедная дорожка. Велосипедная дорожка в горку. Ну, поехали. Вот, поэтому... Поэтому, друзья мои, играть нужно только так, как вы. И трейдить тоже. Блин, скорость нечем переключить. Так, скорость. О, велик, конечно, раздраконенный я взял. Еле-еле зарегался в этом велопрокате. Час сидел, короче. Он не принимал то карту, то еще что-то, то какой-то адрес. То какая-то ерунда. Биткоин, естественно, не принимает еще, к сожалению. Вот, а по поводу битков, друзья, и всего остального. Ну, я вам много раз говорил, что глобально мы в супербычьем цикле, и он никуда не делся. И на моей памяти я прошел уже... Сколько получается с $200 за биток? Ну, полноценный бычий, полноценный медвежий. И еще, скажем, такой полубычий и полуценный медвежий. Ох, нифига себе горка, да, слушайте, это вообще редкач. О, смотрите, какие тут тачки ездят. Я не могу просто, ребят, вот эти старые Мерсы, Форды. Очень все прикольно, как реально в каком-то старом фильме. Так, скорость. Вот. А также наш партнер, планетарная втулка Nexus.
Ладно, шучу, нет. Было бы прикольно, да, если бы мне планетарная втулка Nexus заплатили за этот выпуск. Я, кстати, обожаю планетарные втулки и крузеры, поэтому я люблю вот эти городские велики. И в Дубае, и здесь я беру. И в Москве. Они реально удобные. Вот. Оля! И, короче, чё? Вон чувак моет улицу. Вы знаете, что здесь каждый консьерж должен мыть несколько метров территории перед своей, ну, перед своим подъездом. Короче говоря, таким образом все улицы чистые. Хорошая инициатива. В общем, ребята, говоря про биткоин, конечно же, в долгую. Он будет расти в разы. И сейчас уже даже все умные ребята, типа Боба Лукаса и прочих таких макроаналитиков, говорят вам это. Вот. Но поверить сложно, я вам так скажу. На дне всегда в это поверить сложно, что даже все вернется к предыдущим хаям. Не то, что там что-то большее нас ждет. Ой. Да, что-то запыхался в горку. Надо было бы... Надо байк брать, кстати. У меня же есть права на байк теперь. Индонезийские, правда, ну, катят. Короче, чуваки, в долгую инвест побеждает. Все свои просадки отобьют. Ну, конечно, за исключением Луны там всякой, понятно. Вот. Я думаю, что все будет клево. На рынке побеждает сильнейший, тот, кто умеет ждать. А локально, конечно, будут коррекции, друзья. Ну, ну, окей, повернем. А рост локальный, он же, вы понимаете, что... Локальный рост, он точнее, рост вообще, а не локальный рост. Рост сопряжен с коррекциями, понимаете? Вон такие старые ларьки, прикольные. Рост, он состоит из коррекций, в принципе. Рост состоит из пампов и дампов, друзья. Так что разница лишь в том, что на росте мы удерживаем более повышающиеся низы, да, скажем, всякие мувинги, там, экспоненциальные поддержки. Кому какие нравятся, мы их удерживаем на росте. Соответственно, у нас тренд бычий. А на медвежке, наоборот, у нас сопротивление, соответственно, выступает в роли ультимативного потолка, который толкает цену еще ниже. Это надо понимать. И в действительности сложно распознать тренд, друзья. Понятно, что задним числом все молодцы. Вот тут надо было шортить, тут лонговать. Вам сейчас многие расскажут, что по 69 надо было шортить. Потом будут рассказывать сейчас, скорее всего, что... Head southwest on Avenida Federico La Croce towards Zapata. Then turn left onto Zapata. Надо было... Turn left onto Zapata. Да, мы поняли, поняли. Спасибо, дорогая. Что по 16 надо было... Continue on Zapata for 800 meters. Короче говоря, все ссылки в описании. Лучше всего просто ходлите биток в долгую. Вот, ребят, на моей памяти, сколько я в деле, биток вырос уже в... тормоза, жесть, конечно, у этого велика. Биток вырос уже в 200 раз, приколитесь. Даже в 300 вырастал. А сейчас все равно держится на 100 разах с чем-то. Потому что я помню, биток по 200 баксов. Вот. Поэтому перестраиваемся, пока меня тут не замокрили. Continue on Ciudad de la Paz for 1 kilometer. In 100 meters, turn right onto a Manaber. Все ссылки в описании. Если вы хотите просто ходлить, покупайте крипту на пенчиках. Я ничего не понял, поверну направо. Вот, неудобно, короче, вести велик и записывать видео, но безумно хотел вам показать вот это все. Накапливайте, накапливайте еще раз BTC, там эфир, дэш, что вы верите, касту, неважно, чью, хоть что хотите. Turn right onto Teodoro Garcia, then turn right onto Ciudad de la Paz. Ага, и все будет за Шибитлз, собственно. А с вами был Гринчес, вот и моя велодорожка. Я погнал дальше, только мне почему-то кажется, что я отсюда приехал. Долбанный Google Maps. Ладно, ребятушки, всем спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк. Turn right onto Ciudad de la Paz. Я понял, проехал я свой поворот. Ставьте стейк, говорю. Вон еще один мэрин какой, смотрите, вообще. По красоте просто. Вот, и будут вам профитроли. Continue on Ciudad de la Paz for 1 kilometer. И что еще будет? Будут вам профитроли, будут вам эти чизкейки и шоколадные брауни. Все, ребятушки. In 100 meters, turn right onto a Manaber. Встретимся у нас в телеграм-канале.
и в телеграм-чате. Пока-пока. Напишите, если вам заходят такие travel-влоги. И напишите, если вам заходит, что я на красный херачу. Пока. Так, ну что, друзья, всем привет. Вы на канале Crypto Commons. И, блядь, у меня сидушка на велике не держится. Ну, блядь, дубль.